Динамика жизни современного человека вынуждает его более ответственно относиться к своему физическому здоровью и совершенствованию. Ведь ни для кого не секрет, что здоровье человека является одним из главных факторов благополучия и успешности как в профессиональной жизни, так и в семейной, социальной и личной. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. В рамках федеральной программы развития ГТО на базе Кашхабльской школы номер 1 устанавливают спортплощадку для сдачи нормативов ГТО. Активное участие в рабочем процессе, несмотря на знойную погоду, принимают все работники спортшколы. О том, на какой стадии находится установка площадки, нам рассказал специалист Аслан Агиржаноков. Решением спорткомитета Республики Адыгея правительство приняло решение создать этот центр по сдаче норм комплекса ГТО. По этому решению, здесь у нас на территории первой школы нашей создается площадка, он называется центр по приему норм комплекса ГТО, в котором будут приниматься нормативы Ягинского, Кашхабльского и Шабьяновского района. Как видите, здесь выделен инвентарь, который будет установлен силами управления физкультуры и спорта района. И работники нашей детской и юношеской спортивной школы уже два дня, здесь субботник, проводят подготовительные работы, будут устанавливать. Большую помощь оказала администрация подготовки основания. Было завезено щебень, заасфальтировано. И кроме того, что там предполагается, планируется два раза в год зимние и летние периоды. В этих периодах будут приниматься нормативы комплекса ГТО из этих трех районов. Кроме этого, эта площадка будет для многих, люди многие хотят заниматься, тренажеры будут, как у нас в парке установлены. Доступ будут иметь для занятия физической культурой и спорта. Будем надеяться, что эта площадка будет посещаемой и не в периоды.